Мы все равно в политике будем, мы сами ляжем. А что там интересно? Это непонятно. Пожалуйста, на баррикады. Кто надо, там. На баррикады. Как надо. Ребята, можете не ложить, баррикада мы. Баррикада мы, не переживайте, мы не пустим мы. Не переживайте. Мы хочу. И нам нечего терять. Здесь стоит весь Донбасс. А? Нормально, успокоено. Это еще не вечер, сейчас люди подтянут. Сегодня наши активисты народного ополчения Донбасса Павла Губарева взяли здание городского совета службы безопасности Управления внутренних дел в городе Славянск. Мы просим всех, у кого есть такая возможность, поддержать их, помочь им в строительстве баррикад, помочь им продуктами. Славянск переходит под контроль народной республики. Кроме того, Владимир Армейска признали Донецкую народную республику. Сейчас в настоящее время очень важно заблокировать Беркут. Он блокируется сейчас. Для того, чтобы не пустить его на подавление наших восставших граждан. Также важно заблокировать Константиновку, крест на Славянск Константиновку. Для того, чтобы не дать людям переходить без подразделения внутренних войск для подавления народного восстания в городе Славянске. Народное ополчение Донбасса, есть информация, что ряд руководителей организаций ведут сепаратные переговоры с представителями киевской власти с целью слива протеста. Мы заявляем, что народное ополчение Донбасса не уйдет отсюда и будет стоять до конца. Призываем всех граждан Донецкой Народной Республики стоять до конца на своих завоеванных позициях и не поддаваться на провокации и не отдавать занятые позиции. Да здравствует Донецкая Народная Республика! Победа будет за нами! Мы берем свободного Донбасса! Слава Донбассу! И никогда не сможет нас сломать!